Платья, юбки, жакеты и многое другое. Вестра изготавливает модную и качественную одежду. Спросом пользуется не только в Приднестровье, но и в других странах. Уже на протяжении многих лет фабрика сотрудничает с партнерами из США, Австрии, Англии, Германии и Италии. Фирму «Вестра» ценят за высокое качество выпускаемой продукции. Это наш основной козырь, это заслуга всех работников нашего предприятия, которые удерживают этот данный показатель на достаточно высоком уровне. И только благодаря этому мы удерживаемся на международном рынке. Сложным периодом для предприятия стал 2017 год. Последствия экономического кризиса негативно отразились на деятельности швейной фабрики. Более 7 миллионов рублей потеряло предприятие с 2014 по 2016 годы. Причина – нестабильность курса доллара. Но тем не менее фирма выжила в этот сложнейший период благодаря усилиям всего трудового коллектива, благодаря государственной поддержке в лице правительства и президента были оказаны субсидии предприятия в виде снижения налога на доходы, в виде снижения коэффициента для предприятий, кто осуществляет промпереработку давальческого сырья. Заработная плата у нас стабильная. Я жаловаться мы не можем, нам выдают каждый месяц. Плюс еще с сентября месяца у нас поправочный коэффициент 1,3. Вестра увеличила выпуск продукции более чем на 4 миллиона рублей. Продолжила изготавливать качественную одежду, а также выполнять заказы партнеров. При этом фабрика не забывает и о приднестровских модницах. По всей республике работает 12 торговых точек. Разработка новых интересных моделей для внутреннего рынка ведется непрерывно. В 2017 году мы увеличили продукцию для внутреннего рынка более чем в 2 раза. И в стоимостном выражении выпустили продукцию почти на 500 000. Больше. Было выпущено очень много моделей, разнообразных моделей в огромном ассортименте. Коллектив на фабрике дружный и сплоченный. Надежда Бордюк на Вестру пришла почти 30 лет назад молодым специалистом. Рассказывает, для того, чтобы работа радовала, нужно быть влюбленным в свое дело. Работа – это моя вторая семья. Я здесь прожила и проживаю, и надеюсь, что пока работаю. Работа нас украшает. Поэтому мы работаем на благо нашей Вестры. Как и у любого предприятия, у Вестры есть свои трудности. Острый дефицит рабочих кадров – вот основная проблема. Но выход есть. Бендерский торгово-технологический техникум и швейная фирма заключили дуальный договор о практикоориентированном обучении. Освоить профессию могут все желающие. Возраст и образование не имеет значения. Обучение теоретическое в течение 1 месяца будет происходить в Бендерском торгово-технологическом техникуме. И в течение 2 месяцев будет проходить практическое обучение уже на самом предприятии по профессии швея, оператор швейного оборудования. На сегодняшний день более 100 рабочих мест вакантно. Так что для тех, кто хочет пополнить ряды мастеров, двери швейной фабрики «Вестра» всегда открыты. Лариса Тарабина, Оксана Мокряк, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.